Доброе здоровье, посетители моего канала. Мир увлечений бесконечен. И вы знаете, еще будучи работая на Первом канале, я решил приобрести себе металлодетектор. Почему? Значит, у меня как-то с детства получалось, что, знаете, я, допустим, иду по дорожке, там тропинки, где-то лежит там монетка, вроде бы в стороне. И бывало так, что голова сама туда поворачивалась, раз, на вот эту вот монетку, какую-то блестящую ерунду и прочее, прочее, прочее. Ну и вот я думаю, как одно из моих увлечений, думаю, попробую-ка я и вот эту вещь. И я ее приобрел. Давайте вместе вот распакуем и посмотрим, когда я ее приобрел. И вот думаю, в связи с тем, что я посмотрел видосики про кладоискателей, вот эта тема как-то это самое мне близка. Я думаю, ну, подошло время. Итак, мы с вами распаковываем мою предыдущую покупку. Сейчас посмотрим, когда это было. Вот что она собой представляет. Ну, давайте будем смотреть. Я думаю, наверное, вот эти батарейки уже износились максимум. Но, тем не менее, попробуем. А вдруг они еще, так сказать, в силе. Положим пока сюда. Итак, когда я ее купил, металлодетектор АК Кондор 3, одна штука, стоил он тогда 17 050 рублей, а купил я его 11 марта 2009 года. Кладоискательная контора Владимира Порываева «Поиск кладов». Гарантийный талон, так та-да-та-та-та-та-та-та-та-та. Значит, гарантийный срок 2 года, ну, естественно, прошел. Дата. Подпись покупателя. Это не моя подпись вообще-то. Ну, ладно. Отложим это сюда. Эх. Важно почитать, конечно, инструкцию по эксплуатации. Ну, это я сделаю, наверное, сегодня. Сегодня не спеша вечерком. Дата выпуска была 12 месяца 2008 года. Свидетельство о приемке изделия. Изделия драгметаллов не содержит. Ага. О, информация для справки. Объект, мелкие ферромагнитные объекты. Значит, число какое-то ВД. ВД, минус 90, кстати, граната F1, от минус 30 до минус 35, фольга 0 плюс 20, мелкая монета, чешуйка, серебро, плюс 15, плюс 35, золотое кольцо, плюс 25, монета 10 копеек, это полтинник, серебро 24 года, плюс 77, монета, деньга, медь, ага. Монета 1 рубль 1878 года плюс 80, монета 5 копеек, медь. Так, и монета 10 рублей 1899 года, золото, плюс 38. Ну, короче, посмотрим, что, что и как. Так, это, кажется, почитаем потом, а теперь попытаемся собрать. Вот я такой человек, что сначала не смотрю, как его собирать. Но потом, когда не получится, естественно, я буду смотреть. Так. Вот мы смотрим общий вид. Общий вид должен... Ага, эта штука может упасть. Эта штука называется катушка. Она может упасть. Значит, вот сюда поближе подвинем.
Значит, берем вот эту вот штучку. Штучку эту взяли. Смотрим на инструкцию. Внешний вид. Вот так вот. Раз. Ох ты! Смотрите, какие штуки тут она будет показывать нам. Кондор, мать его, так. Это вам не хрен собачий, а кондор. Опа, значит, вот так она, да? Далее. Укусил за талию тетушку Наталью. О, включил, выключил. Угу. Так, а батарейки куда вставляются? Батарейки, ну ладно, попытаемся сначала собрать. Или вставить батарейки. Собрать или вставить батарейки. Батарейки вставить или собрать. Собрать или вставить батарейки. Батарейки. Так, куда они должны вставляться? Ага. Вот, смотрите, видите? Такая штука. Возможно, это надо сделать так. О! Ха-ха-ха. Точно! О! Сюда вставляется... Батарейки. Как они вставляются, не ясно. Ну ладно. А может сюда что-то другое вставляется? А что ж такое? Что ж такое? Ага, так, ладно. Это захлопнули. Так, попробуем его собрать. Вот эта штука должна быть присоединена. О, вот сюда. Правильно. А вот это что такое? А, это наушники, а? Наушники не даны. Ну ничего, наушники у меня есть. Ладно. Так. Где у нас? Это что у нас? Ага. Ага. Ладно, положим это сюда. Вот эта штучка-хрючка. Она крепится вот сюда. Да? Неважно как, она крепится. Мы с вами отвинчиваем. Так. Вставляем это вот так. Это пошло у нас вот так. Кстати, жена потеряла сережку. Сережка с бруликом. Вот. С бруликом была какая-то застежка. Ну, не особо. Застегивалась. Так. Что-то она плохо так идет. Может, отсюда. Так вот. Особо она так поискала, ну, ничего не это. И в результате оставшуюся сережку, ух ты, она только с одной стороны идет. Из нее переделали колечко для дочки. Смотрите, сюда она не идет, а идет только вот с этой стороны. С этой стороны идет, и тут, значит, как-то крепится. Ну ладно, будем тогда действовать так. Так вот, если я эту сережку найду, представляете, какое это будет для жены, что она... Отдала сережку. Угу, вот пошло. Опа. Пошло.
Пошло, пошло. Если так. А так. О! Что-то так получается. О! Так, это получилось. Смотрим дальше на этот рисунок. Дальше смотрим на этот рисунок. Так, это у нас. Вот смотрите, какая-то штучка вот эта и вот эта. Оп. Ага, есть. Это я уже собрал. Das ist собрал. Так, теперь что они тут? Они тут рекомендуют это все, чтобы было обвито. Обвиваем. Смотрите, тут еще запчасть осталась. О, как бы сказать... Как бы сказать, надо это все вынуть, сюда положить и еще поднять. Ага, вот она, видите, куда батарейки вставляются. Ну, это другое дело. Другое дело. Другое дело. Так. Значит, что мы делаем? Опять разбираем. Разбираем. Разбираем, собираем. Ну, такова доля. Разбираем, собираем, пока правильно не соберем. И я думаю, вот так или вот так, скорее всего. Так. Ну-ка, давайте заглянем все-таки в инструкцию. Заглянем в инструкцию по сборке. Так, дополнительное. Это подготовка прибора к работе. Так, телескопическое, так, гнездо для наушников. Так, так, меню, баланс. Баланс-группа, задняя панель, подлокотник, батарея, отсек. Отсек, батарея. Дисплей, датчик разъема, так, включение прибора. Ага, тут особо не говорится, как его собирать. Динамик. На-на-на-на-на. Дисплей. Так, задняя панель. Так, комплект поставки. Ну, насколько я мог увидеть, вот здесь эта штучка есть. То есть она где-то вот тут. Так, как нам это теперь вынуть? Смотрите, какая она. Не просто так вынимается. Как нам теперь это вынуть? Вынуть. Ты смотри, как она защелкнулась. И не унимается. Прокручиваю, а она не идет. Ну, не идет и ладно. Давайте тогда отсюда вот так сделаем. Отсюда вот так. Хотя все-таки ж, как же ты должна выниматься. Как же тут разбирать? Интересно. Как же тебе разбирать? Вот. Ладно. 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 Посмотрим, как там.
так, это так, это так, это так, это так. Я думаю, это уже можно будет убрать. Можно будет убрать. Это можно будет обмотать. Обмотать. Так, да? Это, насколько я могу понять, всовывается сюда. Всовывается сюда. Ага. Так. Это так, да? Так. Всовывается сюда. Ага. До щелчка. Хорошо. Теперь что? Ага. Закручивается. То есть так она устанавливается. Далее. Укусил за талию тетушку Наталью. Ага. Теперь мы должны попасть. Ага, тут же есть направляющий. Где у нас тут направляющий? Направляющий вот он. О! Теперь мы. А! Так. Закручиваем. Долго я вообще собирался. Весьма долго-долго собирался. Как же это так использовать? Ага. Ну ладно. Так. Теперь мы с вами, практически у нас устройство собрано. Собрано. Посмотрим, что эти батарейки, они срок годности. Они еще в 15 году сделаны. Нет, если я купил это в 9 году, то они должны быть максимальная энергия для высокотехнологичных устройств. Так. Ух ты, изготовлено в Швейцарии. Ну, посмотрим. В Швейцарии. Гарантия. Сложено. Ну, ладно. Гарантия. Гарантия. Посмотрим. Тайдарам, тари-тара-та-там. Тайдарам, барайда, та-да-дам. Так, будем искать клады, да? Ну вот, вроде как готово. Теперь мы эту штучку открываем.
Открываем. И как мы должны это все уставить? Да. Просто вот так вот вставить и все. Угу. Ну, не так. Тут нету контактов. Контактов тут нету. Они имеются вот здесь. Так. Ну ладно. Плюс-минус, плюс-минус. Я другой такой страны не знаю. Не так вольно дышит человек. Ну, с Богом! Ну и она так не становится. Та-ра-та-ра-ра-ра. А где она должна вставляться? Где она должна вставляться? На-н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 а. Читаем инструкцию. Батарейный отсек. Ну и чё? Батарейный отсек. Дисплей, включение прибора. Интересно, как же вставлять. Монета. Установите батарею в кассету, соблюдая полярность. Есть. Установите кассету с батареей в батарейный отсек. Закройте заднюю крышку. Батарейный отсек. А он сюда не влазит, этот батарейный отсек. Батарейный отсек-то не влазит. Четыре батарейки типа АА. Батарейки. Ну да, батарейки правильно, АА. Батарейки правильно. Угу. Батарейный отсек. Ну ладно, будем думать. Батарейный отсек. Ну да. Номер. Непонятно. Он то ли должен. Это болты, да? Это что, еще болты надо вывинчивать, что ли? Не должно так быть.
Не должно так быть. А что же делать? Как же это все? Как же это все? Как же это все? Как же это все? Как же это все включить? Как же это все? Как же это все? Как же это все включить? Ха! Вот на этом, на этой ноте мы с вами и остановились. Значит, как? Кондор 3. Собрать Кондор 3. Металлоискатель Кондор 3. Как собирается? Вроде бы так все собрал. О. Батарейный отсек. Вроде она должна вот так и входит. Вот так она и уходит. Вот так и входит, но на этом и все. Да, вот так вот и бывает. Надо было бы посмотреть тогда, когда все это делалось. Может, он там на аккумулятор рассчитан какой, а? Пыч. Можно поломать и все. Можно поломать. Итак, как говорится, факир был пьян, и фокус не удался. Хотел собрать я этот металлоискатель. Тут датчик. Да, факир был пьян, и фокус не удался. Та-да-да-дам, та-ри-да-та-да-дам, та-ри-та-та-и-да-ра-да-ра-та-та-и-да. Та-ра-да-ра-та-та-та. Такое впечатление, как это должно туда уходить. Та-ра-да-ра-да-да-да-да. Та-ра-да-да-да. Та-ри-дам-да-да-дам. Та-ра-дам-да-ра-да-ти-да-та-дам. Вот и мы есть. Не пошло. Та-ра-да-да-да-дам. Ладно. Это мы так заделаем. Ну, пускай так пока побудет. Так, установите кассету с батареями, батарейный отсек, закрепите заднюю крышку. Задняя крышка. Ну и что? Батарейный отсек. Он ни хрена не работает, батарейный отсек. Кондор 3.
Факир был пьян и фокус не удался. Та-ра-да-дам. Та-ра-да-да-да-дам. Итак, кладоискательство откладывается на неопределенное время. Забираем это все. Это забираем. Это у нас камера.